Доброго дня, друзья! На канале Забирай ТВ новый выпуск Oops Music Chart. Поэтому садитесь поудобнее, я Виджей Просто Небо, и мы начнем с вами смотреть, кто же на этой неделе вершитель хит-парадов интернет-пространства нашей страны. Не забывай, что именно твой голос решает, кто будет первым. Поэтому прямо сейчас жми подписаться и голосуй вместе со своими друзьями на сайте oopsmusic.ru в разделе «Народный чарт», выбирая лучшего. Разумеется, сегодня кто-то не смог набрать нужного количества голосов, чтобы остаться в составе чарта. И вылетает. Вот они. Распахни настежь окна, разбуди меня ветром, пусть шумит этот город. По волнам, по волнам, волнам, твоим рукам, так долго по волнам иду я. Мне страшно любить тебя, ведь если мы целые, то путь человека я. Каждая девочка мечтает стать звездой, каждая девочка живет своей мечтой. А теперь новинки, которые благодаря тебе на следующей неделе могут решить расстановку мест в нашем хит-параде. Море твоей любви, это тебя трогает, это... Мне бы улететь с тобой высоко, стать солнцем в твоих руках, мне бы слышать голос твой. Открывает наш сегодняшний хит-парад рассказ девушки о том, как лечат раны. И о том, что у нее больше нет драмы. Полина Гагарина. Девятнадцатое место эстрада Рада «Вите надо выйти». Хит, который никогда не поставят по радио, как поют сами участники эстрада Рада «Вите надо выйти». А чего ему надо выйти и что это за Витя, пишите мне в комментариях. Остановите, остановите, Витя, Витя надо выйти, остановите. Восемнадцатое место Quest Pistols Show «Любимка». Когда у вас с самого утра перед вашими глазами ее глаза, кто это? Правильно, ваша любимка. Но это любимка и ваша, и Quest Pistols Show. Потанцуем вместе. Да скучаю по тебе, когда рядом тебя нет, ты любимка моя. Между нами миллиметры. Семнадцатое место Алексей Воробьев «Я просто хочу приехать». Просто хочет приехать Алексей Воробьев и не хочет уезжать из нашего чарта. Поэтому зафиксировался на 17-й позиции и ждет, куда же ему поехать. И кто его ждет. Не осталось оправданий, мы расстались.
16 место Ольга Бузова «Привыкаю». Ольга Бузова сегодня привыкает быть аж на 16 месте. Но ничего страшного нет, ведь Ольга выпускает хиты со скоростью света. Кстати сказать, помимо линии одежды, Ольга теперь займется и едой. Об этом смотрите тут на канале Забирай ТВ. Я привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверь. 15 место Black Star Mafia «Найди свою силу». Следом идет на одну позицию опустившаяся Black Star Mafia, где трое отчаянных парней Мод, L1 и Тимати пытаются научить нас, как быть на высоте, а именно найти свою силу. В чем сила, брат? В чем сила, брат? В чем сила, брат? Найди свою силу! Четырнадцатое место «Лобода» – «Случайная». А вот и «Случайная» от Светланы Лободы. Кстати, много случайного связано с этой песней. Например, разбитый дорогущий Rolls-Royce на съемке клипа. В копеечку клип стал. Как манит облака в чужие берега, а я поранилась с тобой нечаянно, а я сама себя сломала. 13 место «Серебро пройдет». Вот и девчонки из «Серебра» с переживаниями о том, что что-то там пройдет и кто-то там из парней их бросил. Кстати, в одном из интервью Ольга Серябкина заявила, что есть еще и девочки. Так что чего переживать? Пройдет, я буду верить в лучшее. Пройдет. 12 место «Грибы. Тает лед». Юрий Бардаш, Илья Капустин и «Симптом». Вот от кого растут грибы. И сегодня «Тает лед» в нашем чарте. 12 строка. Между нами тает лед, пусть он нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. 11 место Владислав Фрам и Николай Батурин «Хватит духу». Непонятный пока дуэт и непонятная композиция «Хватит духу» от бывшего М-бендовца Владислава Рама и сына Яны Рудковской. Премьера чарта. Мне однозначно хватит духу. Мне хватит духу. Мне хватит духу. Мне. На этом половина чарта окончена. Антракта не будет. Двигаемся дальше. Открывая первую десятку, Сергей Лазарев с англоязычной композицией «Lucky Stranger». Кстати сказать, буквально вчера я был на концерте певца. Впечатлен, работает парень, молодец. У нас наработал на десяточку. Девятое место «Елка. Я тебя нет». Еще одна премьера, на этот раз от «Елки», композиция «Я тебя нет», являющаяся саундтреком к фильму «Оптимисты». Слушаем. А я тебя нет. Восьмое место «Артик и Асти. Ангел». Новый так называемый сопли «Романтик для всех влюбленных». На этот раз медляшка от Артика и Асти. Новинка чарта номер 3. Не отпускай меня. Крепче держи в руках. Серебро прошлой недели. Невероятно приятная композиция Лены Темниковой «Вдох». Сегодня спускается на 7-ю позицию. Я не чувствую вдох. Пока добавляешь мне яд, пока мы походу сошли. Шестое место «Баста. Сансара». Круговорот рождения и смерти на индийский лад, а то бишь «Сансара» от группы «Баста». Положено на музыку и вуаля. Песня в качестве новинки хит-парада, 6-я сейчас. Когда меня не станет, буду петь голосами. Пятое место Ольга Бузова «Люди не верили». Ольга Бузова не сдается и новинка чарта «Люди не верили» сегодня 5-я. Просто захват iTunes Ольгиными песнями поражает. Все получается у нее, а люди не верили. Люди не верили, что крылья ангелы.
Четвертое место Алексеев «Чувствую душой». Атмосферная композиция Никиты Алексеева «Чувствую душой» давно в чарте и не собирается сдаваться. Еще бы красиво, душевно, четверка. А мы летим вместе с птицами, чтобы в эту жизнь посмотреть с конца. Все пройдет, но свет твоего лица. Третье место Мод и Ани Лорак «Сопрано». Страстная любовь голосом сопрано дуэтом Мод и Ани Лорак потихоньку приближается к лидирующей позиции. Бронзовая ступенька. Второе место Егор Крид и Молли «Если ты меня не любишь». Крид и Молли все никак не могут занять первую строку. Но кто знает, что впереди. Кстати, вышел новый трек Крида и выходит новый альбом. Продуктивный парень Блэк Стара. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Перед тем, как посмотреть на лидера, хотя бы уже догадались, кто это, посмотрим всех, кто не достиг его успеха. Снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверь. В чем сила, брат? В чем сила, брат? В чем сила, брат? Найди свою силу. Как манит облака в чужие берега. А я поранилась с тобой нечаянно. А я сама себя сломала. Я буду верить в лучшее. Пройдет. Между нами тает лед. И степом нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Мне однозначно хватит духу. Мне хватит духу. Мне хватит духу. Забудешь, что и я в ответ.
Первое место Владислав Рам «Влияние». Снова влияние Влада Рама и его поклонников сделали свое дело. И вуаля, железное первое место. Опять. Вот и все. Пролетел наш хит-парад вместе с вами быстро. Не забудь проголосовать на сайте upsmusic.ru и подписаться на канал «Забирай ТВ», если ты этого еще не сделал. Тут много интересного. Ставь лайк, если ты любишь музыку так же, как и я. Будь в позитиве. Это канал «Забирай ТВ» и «Упс Мьюзик Чарт». Слушайте любимую музыку. Всегда ваш VJ «Просто небо». Любите друг друга. Пока. Закрыты двери, но я вам люблю.